Всем привет, дорогие друзья, с вами Дисбелив Папарус. И сегодня мы продолжаем играть в Sonic CD. И я в прошлой серии остановился на этой зоне. Помните, я случайно включил камеру, когда за печеньками пошел. Соник такой вот стоит и выпрыгивает за пределы экрана. Вот я на этой зоне остановился, просрал все жизни. Прошел все акты заново. Не знаю почему. Я почему-то все сбросилось. Я прошел все акты заново. Как вы видите, у меня 5 жизней. И сейчас мы продолжим в это играть. Мы остановились вот на этой зоне. Да, на этой зоне мы остановились. Я помню, что я с Эгманом, по-моему, сражался. Вот так вот мы прыгаем вот сюда. Ой. 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 Куда? Куда? Спасите! О, там жизнь. Там моя жизнь, которой скоро не будет, я так понимаю. Да, куда? Короче, вон та вот правая пружинка, самая хорошая, она на второй ярус закидывает. В смысле, я по шипам пробежался только что? Ребят, перемотайте назад, я уверен, я по шипам пробежался. What the fuck? Так, ну тут босс вроде легкий. Такой посмотрел, все нормально, я пошел, короче. И мне так нравится Sonic SD. Кому тоже нравится Sonic SD, ставьте лайки, я буду снимать еще серии, буду проходить. Ой, блин, моя самая нелюбимая зона. Я под водой. Так, нужно ускориться. Кстати, ребят, кто знает, кто играет в Sonic CD и смотрел Википедию по Сонику или что-то там такое. Расскажите, почему в воде Соник ускоряется так медленно? Почему он такой медленный в воде? Вот смотрите, как он так разгоняется на воде. И как он разгоняется так. Все. Это средний его разгон. Бежим. Вот это я мчусь. Вот это я промчался, вы видели? Вот тут я промчался, вы видели? Ой. Соник. Соник, что с тобой? Так, я так понимаю, мне нужно вон туда. Нет. Так, нужно, наверное, с пиндэшем. Пинч! Я чуть не упал. Все кольца просрал и чуть не упал. Там бонус был. Там был бонус, я упал. А, тут пружинка есть. Прыжок. Что-то прыжок не получится. Давайте еще раз попробуем. Прыжок. Вот так вот. Прыжок. Прыжок не получится. Куда? Мой Соник, ты куда? Так. О, гол, наконец-то гол. Я пошел. Так. Нет. Там ящик, я знаю, там ящик. Вон, видите? Расскажите, как тут ящик забрать. Может, надо к стенке прижаться? Прыгал и сдох, короче. Так, нужно сейчас тихонечко. Прыжок! О! Да откуда я эти секретки нахожу в прошлой серии? Помните, я кучу секреток разных находил?
с бонусами. И сейчас то же самое. Откуда я их вообще нахожу? Я их про них даже не знал. Ой, меня только что чуть не прижало. Опять! Так. Отдыхание, где мы? Так, нужно взять чек. Опля. Тут я прыгун. Тут я прыгун. Куда меня несет? Куда несет меня? Куда меня несет? Тест. Тест. Что происходит? Хотел багануть эту фигню, у меня не получилось. Ой, Соник, ты поосторожней там. А, смотрите, ребят, в чем прикол. Опа! Джампер. Да это куда нечестно, я даже не ожидал такого поворота событий. Да-да-да, пошел ты нафиг. Все, гол. Так. Ребят, видео уже 7 минут идет. Я прохожу одну из зон. В прошлом, кстати, ролике видео шло 14 минут. Это было очень долго, я снимал очень долго, так что ставьте лайки и подписывайтесь. Знаете, прям по твоей лысой башке этот Эггман, кто-то там. Эггман, по-моему. Блин, посрать на кольца, у меня их и так дофигища. Я же его ударил, что за бред? Ты что такой быстрый? Так, а чё я молчу-то? Не реакцию записывать надо, да, да, да.
Только я на экран посмотрел, мне сразу какая-то фигня мочканула. Тут я профи. Тут я профи. Увидите? Опять это дурацкое будущее. Бежим. Это фу на тебя, блин. Ёжик. Ёжик. Нет. Так, вы, ускорялки, назад. Вы не с тем связались. Чё, думаете, я вас не пройду? Сейчас. Вы чё, я такой медленный, думаете? Ня-ня-ня. Вот это я пробежал, скажем. Да. А, сюда можно зайти, я даже не знал об этом. Нифига себе, Блин, был бы я сейчас спиндэш, и сейчас бы такой смачный прыжок получился. Так. Главное сейчас защиту не потерять, потому что она мне очень важна для босса. Она, кстати, вы знали, что Sonic 2 и Sonic 1 броня сохраняется на актах. Бям! Во, классно. Это уже, наверное, акт с боссом, я так понимаю. Я помню этот акт, он с боссом. Босс вроде бы легкий. Нужно просто выдержать, я так понимаю. Нет! 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 Я чуть не сдох! Каким образом я успел кольцо поймать, я не знаю. Да когда ж ты сдох? Нет, тварь. Все, занервничал, да? Сейчас я тебя догоню. Да иди ты нафиг, у меня ноль колец. Играл. Так, какая сейчас зона будет? Ой, блин. Чёрт. Давайте-ка, ребят, мы эту серию, мы этот акт пройдем в следующей серии. Что я хотел сказать, блин?
Меня вот эти боты отвлекли, я забыл, что хотел сказать. Давайте мы эту зону пройдем как-нибудь в следующей серии. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Опять я в будущее полетел. Да что ж такое-то?